Под задорную кубанскую казачью песню делать выбор на ярмарке при ВОЗе в субботний день куда приятнее. Поэтому торговля продукцией экологически чистой, выращенной трудолюбивыми фермерами, была бойкой. Подходим, ярмарка, праздничная распродажа меда. К тому же управление сельского хозяйства администрации города курорта Анапа организовало бесплатную праздничную лотерею. Подпевая артистам, покупатели охотно разбирали номерки лотерейки. И пока шли последние приготовления, самые активные с удовольствием пустились в пляс, собирая вокруг желающих испытать судьбу. Разыгрывались овощные и фруктовые лоты. Ценность их в том и заключалась, что производители, вот они рядом, в этих же рядах. Поэтому обычные картошка, лук, набор овощной для большого борща, клубника, конфеты воспринимались как настоящий подарок выходного дня. Ярмарка на Восточном давно изменила свой облик. Здесь созданы все условия и для производителя, и покупателя удобно и комфортно. А такие розыгрыши призов уже хорошая традиция. Виктор Федоренко из Славянска на Кубани доволен своим очень продуктивным рабочим днем. Здесь нам выделили места, все условия создали. Людей много, покупателей. Люди приходят, концерт послушают и покупку сделают. И нам приятно, людям. Разобрали, где-то 300 с чем-то килограмм перца было, разобрали. Так что прекрасно.